Всем привет, я в магазине Доброцен, город Орск, на ТЗБ, за магазином Релакс. Давайте посмотрим ассортимент и новинки. Итак, фигурки садовые из полистоуна 16 на 21 сантиметр. Вот такие грибочки, 289,90. Фигурки разные, зайчики, мишки, колобки. Он даже вообще балдеет, заяц. Заодно и посмотрим товары для сада, огорода. Триммер электрический 2300, садовый. И что же за триммер такой за 2300? Какая прелесть. Я не знаю, как он будет работать, но очень дешево. А это опрыскиватель садовый электрический. Сколько же он стоит? Время работы 2,5-3 часа. Поток насоса 3,6 литров в минуту. Три сопла. 2800, 12 литров. Здесь аккумулятор, наверное, вставляется. Мы такую глупость с мужем сделали. Купили себе вот такой опрыскиватель. Не такой, а жук, по-моему. И нам предлагали такой электрический, и мы... Жук только электрический. Мы говорим, ой-ой, не надо, не надо. Такой на батарее. А потом пожалели. Такие отзывы хорошие. Так, это мотыга. Плохо видно, они все упакованы в мешочки. А вот мотыга садовая, большая, 30 сантиметров. Ну, для меня она маленькая. 109 рублей. Большая, это когда с большим черенком. Слушайте, такая острая, хорошенькая прям. 109,90. А это мини-теплица. Парник. Размер 46 на 30 и 80 сантиметров. 1279. Шланги 329 рублей. Мне такие не нравятся. А почему? Потому что это вот здесь вот специальные какие-то есть переходники. Заморачиваться с ними. Секаторы появились. Секатор механический 104,90. До этого были ножницы 100 рублей, даже 79 в светофоре здесь были, а теперь секаторы за 104 рубля. Леска для триммера вот такая 34 рубля, 15 метров. Пистолет, а это очки, очки защитные закрытого типа, герметические, 56,90. Вот пистолет. Вот это, наверное, к такому шлангу подойдет. 139,90. Садовые перчатки. 68 рублей. Слушайте, такие классные. Такие качественные. Мне кажется, они как будто зимние. Может быть, это вот эти 23 сантиметра. Так, а здесь сейчас с этикеткой посмотрим. Сиптекс. Да, вот эти 68 рублей. Какие хорошие, плотные такие. А еще какие-то перчатки вон нейтриловые. 174,50. Вот эти. Здесь 5 штук. И вон еще 27,90. О, какой шнур. Хороший. Я искала такой. Только ценника нет на него. Такой надо купить, приехать, шнур. Кисточки для покраски. 68,90, 25, 35 и 50 миллиметров. Сетка москитная, 62 рубля. Ну и все, садово-огородные закончились товары. Это панель ПВХ 970 на 480, 0,3 миллиметра. Толщина 99 рублей. Какие они хорошие, смотрите. Есть серые и белые. Отличного качества. В светофоре не сравнить. Такие были наподобие. Вообще, если приклеишь, мне кажется, не отличить. А это как в светофоре. Самоклеющая стеновая панель. Квадратики, кирпичики. 819 рублей. По-моему, здесь 5 метров. Большая. Здесь не указано. Это вот как в светофоре. Коврики
маленькие как фикс-прайс и большие, наверное, как в светофоре. 209 и 419 рублей, который побольше 60 на 80, а который поменьше 60 на 40. Овощи. Капуста пекинская 99 рублей. А лук 36 рублей, репка. Картофель 22 рубля. Так, зайдем в холодильник, посмотрим, что у нас здесь в холодильнике. Рыба форель 549 рублей. Замороженная. Ух ты, огромная какая-то. Рыба кижуч 1 килограмм 569. Тоже, это 549, это 569. Так, еще какая? Горбуша 249 рублей. По-моему, не потрошенная. Свежемороженая. И вот без опознавательных знаков. А вот есть. Рыба минтай 139 рублей. Ребра. Ребрышки свиные 244 рубля. Также есть печень 134, только не написано чья. Свиные почки. Ой, боже мой. И горлышки 169 рублей, индейки. А крылья вы посмотрите какие. В светофоре вообще не такие. 239 рублей крыло индейки. И голень 239. Масло башкирское 159 рублей 500 грамм. Что-то дешево, не знаю. Без заменителя написано. А есть еще белорусская. А где она, интересно, сделана? 229 рублей. Белорусская. Благополучие. В Екатеринбурге белорусское масло сделано. Так, а башкирская. Тоже Екатеринбург. Хорошее название, конечно. В Башкирии трава шикарная. В Белоруссии тоже зелень шикарная. Хороший ход. Кто брал, напишите, хорошее масло. Что-то я сомневаюсь. Сыр Богатов. Плавленые сырочки. С грибами, с ветчиной, с беконом. 50, сколько здесь? Нет, вот. 66,90, 130 грамм. И виола. Виола раньше очень вкусная была. Сливочные. 149,90. Ну да, и цена такая нормальная. Сыр российский, фасованный, 339 рублей за 500 грамм. Сыр голландский, он такой прям в вакууме, 389 рублей нарезка. А есть сыр с оливками и томатом, 125 рублей. Здесь 125 грамм. Тоже без заменителя, 114 рублей, сливочный, 200 грамм. Пестравка голландский, 159 рублей за 200 грамм. И тильзитер пестравка, без заменителя, 159,90. А яйцо куриное, 30 штук, 389 рублей. Довольно-таки крупное. Сегодня я прям довольна холодильником. Такое все интересное, такое все на вид вкусное. Тесто 62 рубля. Есть слоеное дрожжевое и бездрожжевое. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь. Всем пока-пока.